Вылазь, мазафака, мазафака. Вылазь там, как там говорится, вылазь, мазафака. Давай, давай, двигай, двигай там, короче. А, хватит стонать. Вижу баклажан 22. Прием. Баклажан. Подосидан. Баклажан. Ты тоже не сдох, что ли? Да в смысле, ты сдохнешь наконец или нет? Ты чё? Бляха! Нет, 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 твою мать, ты чё? Нет! Леха, ты чё, как это? Хера себе, чё за выкрутас? Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это GTA 5. Итак, нас ждет с вами, друзья, финальное ограбление, последнее огромное дело, которое мы так долго ждали. Окей, теперь нам нужно отправиться до места, где... Откуда мы начнем? Вот. Все мы подготовили, все мы сделали. Осталось только доехать и выполнить это последнее огромное дело. Окей. Я думаю... Блях, опять я сюда заехал. Я опять заехал на эту парковку, где нет выхода. И скоро-скоро мы увидим развязку, короче, между друзьями. Помним, да, то, что ФРБ предложила Франклину, даже не предложила, а настояла на том, чтобы Франклин, короче, после вот этого дела... В принципе, я не знаю, они, наверное, не в курсе, то, что мы будем грабить, короче, федеральное хранилище. Вот. Но не суть. Суть в том, что они, короче, сказали Франклину, чтобы он, короче, избавился от Тревора. Как это все будет происходить, как это, что это? Бляха, прям, это, вот это интригует, просто интригует. Да, Тревор, он, ну, с головой не дружит, как бы так, да, сказать. Но, бляха, мне жалко его убивать. Все-таки, какой бы он ни был, он все-таки предан дружбе. Если бы он настолько сильно очень хотел, короче, избавиться от Майкла, допустим, он бы уже давно это сделал. Но его что-то, видишь, останавливает. Так. Наверное, не здесь припарковаться надо. Надо к главному входу подъехать. И тем более... Зачем Тревору... Он только показывает вид, знаешь, то, что... Да, он, может, и ненавидит Майкла за его поступки, но он, я думаю, он как бы делает только вид, что хочет избавиться от Майкла. Вот. Так бы ему что, у него есть вот этот бар, да, свой теперь. Привет! Переодевайся и собираемся живо. Это будет самый важный день в жалкой жизни каждого из вас. Эй, чуваки, так что мы действительно делаем это? Фрэнк, пошли сюда. А, вот и наш хакер. Пусть тебя не смущает допотопный монитор. Наша аппаратура, что-то настоящая там, круто. Так, а где же все остальные? Снаружи. Ну что, чуваки, черт, встретимся в трущобах? Еще как встретимся. И мы еще привезем тонн 8 золота. 4 тонны, а не 8. Ладно, парни, пошли. В машину, детка. Сегодняшний день войдет в историю. Так, народ, грузовики уже едут. Будем ждать в тоннеле. Так, а Land Rover-то откуда у нас? Ну ладно. Поехали. Поехали. Я так понял, сейчас нам нужно, короче, инкассаторскую машину. Инкассаторскую машину, короче, украсть. Потому что...
Не зря же мы тогда следили, где она проезжает, где и что и как. Там читайте, короче. Мне нужно сосредоточиться на дороге, чтобы было все четенько и все гладенько. This is the big one. And fuck me if we don't need any doubts in the back of our heads. Бронемашины еще не приехали, так что ждем. И без паники. Мы не паниковали. А что у нас, проблема? Никаких проблем, просто нужно подождать. Когда ты говоришь без паники, мне сразу хочется запаниковать. Вот и оно, поехали. Так, я вижу фургоны, зажигаем. Да уж, зажигаем. Выбрось ежи. Нажмите, чтобы выбросить ежи. Прям так уродненько, да? Надо было отъехать, там написано. Было, ну ладно. Нормуль. Выходи быстро, выходи. Вылезай из машины. А, мне надо вылезть. Вылазь, манафака. Вылазь там, как там говорится. Вылазь, манафака. Выстрелись в шеренгу быстро. Почему кантик не побрит? Приготовься, спокойно. Пожалуйста. Да, у нас есть минута, потом сигнал GPS нас сторожит охрану. О, тогда начнем бойню. Нет. Кто тебе нравится? Вот это. Черт, нет, не надо. Еще бы. Вот мы тебя и берем. Как тебя зовут? Кейси. Кейси, лезь в фургон, мать твою. Давай, двигай там, короче. А, хватит стонать. Следующая остановка — федеральное хранилище. Так, погоди, мы прокололи колеса. А, или они поменяли сейчас колеса. Я что-то не обратил внимания. Я читал там текст, короче. Тихо. Кейси, спокойно, волноваться не надо. Мы, короче, там не тронем, да, я так понимаю. Если будешь следовать нашему плану. Все, приехали. Вижу лук 86, прием. Слушай, ты ведь должен был быть здесь полминуты назад. Вот. И так каждый раз. Лук 86 въехал в здание. Вижу баклажан 22, прием. Баклажан. Лада седан, баклажан. Они здесь. Давай без глупости. Идем, приятель. Удостоверение. Все в порядке. Все в порядке. Все в порядке. Доступ разрешен, я вас провожу. Видите? Прошу за мной. Че у него там фотка, короче, это тюремная фотка, что ли, была? Следите за управляющим. Окей, погнали. Тут тебе не музей, быстрее. Да я иду. Все в порядке? Да, все в порядке. Думаю, на автостраде сегодня полный ужас. Разве бывает иначе? А вам, джентльмены, приходится сидеть в этих машинах, изнывая от скуки, глядя на кучу денег, которые вам с лихвой хватило бы на всю жизнь. Ладно, пошли. Мы еще не приехали, куда пошли? Все, идем. А теперь пошли. Да пошли, че, Майкл, че встал? Инкассаторы прибыли. Такую стамеской не вскроешь. Привет. Вы знаете, что делать? Ага. Come on. Конечно. Okay. Хорошо.
Бляха, шикарно. Пока все идет по плану. Все идет по плану. Господа. Ладно. Сделаем свою работу. Разумеется. Ох ты ж мать. А в этих ящиках золото? А нет, вон золото. Охереть. Уу! Сколько тут золотишка. Мы просто храним его для китайцев. Но если ты вдруг захочешь стать его в Соединенных Штатах, конечно, бери все, что можешь унести. Сюда. Так, давай, давай, давай. Мы должны придержаться что-то, да, все четко. Короче, придержаться плана, что ли, или что? Тяжелые хреновины. Чуть больше 2 тонн на каждой поддоне. Да ну, и сколько это стоит? Цена золота составляет 1700 до 2000 за унцию. В килограмме примерно 35 унций. В тонне 1000 килограмм получается 200 миллионов долларов, ну или что-то около того. Дай подумать. Да, примерно так и получается. Охренеть. 200 миллионов. 200 миллионов долларов. Много работы после этой? Нет, это все. Он уходит на пенсию. Подыскиваю варианты. Знаешь, на пенсии шансы увеличиваются что-то в разы. Спасибо, буду иметь в виду. Шансы там на что-то, короче, я пропустил. А, моя спина. Столько металла, это же совсем обычно, да? Необычно. Весьма необычно. Бумага пришла только сегодня утром, но компьютер его одобрил. Будем надеяться, что про это не узнают какие-нибудь налетчики. Вам же за это и платят, наверное. Груз на площадке. Загружайте. Все, поехали. Не будем тратить чужое время попусту. Готово. Поехали. Эй, мне что-то нехорошо, может я это... Да ладно, Кэсси, потерпи, но... Кэсси, не умеешь пить? Не пей. Вот так, этот парень научит тебя кое-чему об умеренности. Сядьте... Так, какой? В этот? Все, поехали. Груз уехал. Стоит за Тревором. Ай-яй-яй! Кейси, без паники. Нормально. Нормально. Центр, металл у нас, как обстановка. Плохо дело, Мэри, вы знаете, что хранилище взяли мы, они ищут вас. Черт, ладно, что мы можем сделать? Мы взломали светофоры, это поможет нам сбросить их с хвоста. Выберите Франклина. Так, Мэри Уэзер? Твою мать. А они-то тут откуда, чё? Твою мать. Ты знаешь, что делаешь? Спокойно, чувак, все под контролем. Готово, готово, мы подключились. Теперь ты можешь переключить сигнал светофора. Удачи. Ну вот, видишь, ничего сложного. Бляха. Так, подключились. Обеспечьте броневикам свободный проезд. Ёпти мать. Ну-ка, погоди. Отключим сон, там одно быть не должно. Так, тут красный свет, может что-нибудь. Все, едем. Так, едем через перекресток. Место назначения вот здесь, да? Так. Все, едем, едем, едем. А это Мэри Уэзер, да? Леха. Так. Вперед от вас, наемники Мэри Уэзер. Едем, едем, едем. Так, а здесь что? Поворачивай, поворачивай. Отлично. Хорошо, проезжайте прямо. Так, едем прямо, да? Now go right at this turn. А, теперь поворачивает. Shit, Mary Weather on the west of the grid. Green light ahead. Впереди зеленый.
Okay, look, so you're gonna go right at this one. Тут поверни налево. Oh man, Southside Heavy's coming at you. Давай, 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 давай. Так, правильно? Oh shit, look out. Так надо сделать. Да. Давай, все, мы приехали. Почти. Так, вы на финишной прямой, давай, давай, давай. Нас пропускают. Окей. Все. Шикардос. Так, а что бы было, если бы я, короче, на Мэри Уэзер напал? Ну, попался. Пошевелитесь. Парни, распределите все. Вес. Вот они. Отличная работа, Эф. Черт, поверить не могу, что мы взяли золото. Да уж. И без единого выстрела. Эй, вы про старину Кейси забыли. Подожди, это самый крупный куш в нашей жизни, так что рисковать мы не станем. Прости, приятель. Нет, 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 нет. Мы не будем рисковать, если он будет в доле. Так ведь? Вставай. Эй, вставай. Если скажешь им что-нибудь, чего они не знают, мы скажем, что ты все организовал. Да, я понимаю. Ни слова, вот именно. Да, на меня напали. Я ничего не видел. Уходи. Ты становишься таким же мягким, как вялый стручок у тебя в штанах. Удивительно, что жена не выставила тебя вон. Давай, засранец. Сначала работа, потом разборки, ладно? Вот черт. Мэри Уэзер. Гребаные наемники. Твою мать. Типа сдерживать? А вот и перестрелушки пошли. Хера они палят просто. Еще едут. Слишком много. Их слишком много. Гадя, че они? Они там че? Так, там никого, да? Они там загружают золото или чё? Я же, мать твою, переживаю. Так, ты куда тут близко так подошел-то, а? Еще едут, твою мать. Так, стопэ, у меня есть вот такая штука. Блеха. Вот такая вот штука есть. Так что, буньк. А чё так далеко? Вот так. Так, погоди, за Майкла, Майкл, Майкл, что там Майкл, что там с Майклом происходит? Крепко достается ему. А в смысле, умри? Бляха, вон. Бородатый Мэри Уэзер. Бляха, вы где? Опа, где-то здесь, что ли? Недалеко? Обошел меня, что ли? Ты где? Говню. Так, погоди, погоди. Они приближаются. Так. Хорошо. Погоди, ты не сдох, что ли? Ты тоже не сдох, что ли? Да в смысле, ты сдохнешь наконец или нет? Ты чё, блин? Давай, давай. Кто там еще? Тревор, ты там прикрываешь или что? Или где? Че, никого? Бывают такие моменты, когда вот, врагов вообще не видишь. Все, там умрите. Со стороны Франклина такой выбежал. Ой, этого Тревора выбежал. Да в смысле, а что ты отстал от этой от стены-то? Гляди, Франклин. Что там с Франклином? Франклина тут прижучивает, что ли? Смотри на крышу. Бляха, ты чё? Да ладно! Франклин погиб. Что-то жесть какая-то. Что-то они прут и прут, их слишком много. Слишком что-то много. Так, надо сразу, наверное, выбрать вот эту вот штуку. И просто долбить. Бах! Ты там живой, что ли, еще?
Бах. Бах. Пока они не вышли из машины, бах. Красота. Еще едут. Блах. Че, еще едут, нет? Так, Майкл. Блёха! Майкл, ты чё? Ты чё, Майкл? Нормуль такой? Ему в спину стреляет, он стоит. Так, откуда где стреляют? Не вижу. Так, Тревор, ты там давай. Ты там давай, давай. Бляха, живой. Он же вроде без броника. Как он живой-то оказывается? Бляха. Франклин там теперь. Охренеть. Давай быстрее перезаряжай, ну. Окружает, окружает Франклина. Надо менять позицию. Да куда ты залез-то, дебил? Бляха, снайпер! Просто возьми мне выше. Надо было снайпера снимать. Снайпера надо было снимать. Там же четко сказали снайпер. Бляха. А ну погнали. Сейчас должно все получиться. Бляха, я диван взорвал. Куда ты выстрелил-то? Он нормально. Покатит хорошо. Умри. Вон едут еще. Бляха, далеко. А-а-а, проехали. Да что-то. Че не... Че ты... Да в смысле? Да встань ты возле стены-то. А если я буду игнорировать вот это вот переключение на Майкла, короче, его убьют? Бляха, убили Майкла. Без меня никак не справиться не могут. Что-то вообще жесть. Это по-любому финальная разборка, поэтому она такая сложная. Да в смысле, что ты не... Куда ты стреляешь-то, дебил? Так, так, едут, едут, едут. Да... Твою мать. Сюда тоже. Бах. А, у меня эти бомбы кончились. Бляха, Майкл, ну что ж ты там? В смысле? Да в смысле? Чё ты отходишь-то опять? Меня бесит, когда они произвольно, короче, отходят от этой, от укрытия. Встал и стой там. А чё, зря на Q нажимаю, что ли? Так, умри, умри. Окей. Тачка еще едет, бляха. Да в смысле ты опять отошел? Дундук, сан. Там где-то машина еще подъехала. Вон, вон, бегут. Бляха, 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 сейчас убьют. Хера он там гасит. Смотрите уже, ну! Что ты не дохнешь-то, дебил?
Да какого хера ты опять отошел? Живо, сдохни. Бляха. Снайпер там опять. Так, погоди, стоп, погоди. Там снайпер. Бляха, снайперов надо мочить. Охереть. Минус снайпер. Да в смысле? Да Франклин, ну твою мать, ну чё ты? Конечно, в рубашечке стоит. Все в брониках, он в рубашечке, бляха. Твою мать. Заки. Все хорошо, там вроде как прострелял машину. Let's go. Еще едут. Расстреливай. Бляха, не получилось. Сейчас Майкл там будет. Бедный опять. Но, я же говорю. Сколько тут? Майкл, давай свою суперспособность. Макс Пейна включай. Так, режим Макс Пейн активирован. Где еще? Не вижу никого. Бах. Ведро. Ты кто? Не знаю таких. Так, там опять тачка. Бляха, не вижу. На карте вижу, а здесь не вижу. Давай. Сдох. Отлично. Заряжаюсь. Так, режим Макс Пейна. Да в смысле? Снайпер, да, там снайпер. Бляха. В смысле, почему? Да куда ты бежишь-то, дебил? Бах. Так, откуда, где стреляют? Я от снайпера вроде спрятался, но... Не знаю, надолго ли. Да урод, о, вылези! Да что задрал ты? Ну-ка. Хорошо. Сдох. О, жесть, о, жесть, о, бомбиться, жесть. Умри. Просто охренеть. Да сдохнешь ты или нет, а? Какой? Хорошо, сейчас начнется движуха. А это еще не движуха, что ли? Бляха! Управление говёное. Так. Тревор. Погоди, а... Франклин! В смысле? Я к Тревору перешел, а тут никого. Так, один готов. Второй готов, снайпер. Отлично. Снайперов больше нет. Груз они не получат. Жесть. Так, погоди. Осталось вон, вроде несколько человек всего. Один остался. Двое.
Ну где эти утырки? Я не вижу ни одного. Так, погоди, я сейчас перейду, короче, за кого-нибудь. За Майкла давай. Just fuck off already! Fuck off already! Так. Хорошо, один минус. Чёртов Мэриуэзер. Где еще один? Сколько у них народа? Один остался. Бляха, вот я сейчас рискую идти туда. Думаю, их всех замочили. Отлично. Фу, это было жестко. Вот тебе и бескровная революция. Вечно на нас кто-то наезжает, чувак. Эй, ты, держи оборону. Все по машинам. Уходим, пока не поздно. А что мешает мне уехать в закат? С туго набитыми сидельными сумками. Только Лестер может потихну сбагрить металл. Говнюк. Хочешь попробовать? Да, ради бога. Веди нас. Следуйте за членом банды. Окей. Охрененно, прикольно, да, тачки-то? Бляха. Полицей. Эти копы совсем охренели. Да пошли они. Все. Так, а теперь надо вот включиться в управление тачки. То, как бы, как вы знаете, у меня хромает. Отлично. Бляха, своих там. Соберись. Так, тачки у нас бронированные, в принципе. Охренеть! Бляха, меня занесло. Чуваки, помогите, подержите. Подождите. Че, я догоню вас. Можете не не останавливаться. Бляха! Нет, 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 твою мать, ты чё? Нет. Пошли вон. Да в смысле? Так, я вас вижу, друзья. Ребят, сейчас догоню. Вертушка. А, еще и грузовика, нифига себе. Сейчас, погоди, погоди, я сейчас заеду, я сейчас заеду. Все, ништяк. Я не вижу машин. Такой унылый сидит просто. Это круто, это было круто. Я думал, все гладко пройдет, но, блин, этот чертов Мэри Уэзер все испортил. Так, окей. Ну вот, эти парни позаботятся о грузе. Лестер ждет у меня. Доберитесь до дома Майкла. Окей, навыки банды повышены. Ладно, поехали. Все четенько сработано. Вот оно было. Вот оно. Где выход? Где выход-то? Yepper. Hundreds of millions of dollars worth of gold. Hey, T, have a little faith. Faith in you, buddy? All right, in Lester, in the process. Бляха, другой джипарь-то не могли, он нифига не поворачивает. It's getting away clean that makes тачку. The difference between those who walk free and those who do not. Man, I wouldn't know what to do with that shit.
Так, едем к Майклу, да, получается? Теперь остался поворот, короче, вот с этими, между друзьями, получается. Что предпримет Франклин против Тревора? И что произойдет между Майклом и Тревором? Ну и ФРБ, я думаю, тоже будет впутано в это. Почему-то мне кажется. Потому что они же предложили избавиться от Тревора. Покер. $200 миллионов, прикинь. $200 миллионов. Офигеть. Вот это они нахапали. Не, ну, в принципе, по большому счету, ограбление прошло хорошо. Не считая стычки с Мэри Уэзер, прошло просто офигенно. Сейчас еще. Они сейчас отмечать будут, наверное. Скорее всего. Потому что все собираются, видишь, у Майкла. Бляха ты, чё, как это? Хера себе, чё за выкрутасы? Возможно, дома у Майкла вся развязка и произойдет. Я так понимаю, у Майкла же дома, да? Мы же к нему едем. Или к кому? Нет, не к Майклу получается. К кому? Или к Майклу? А, к Майклу, да. Не признал родные края. У-ху, джентльмены! Лестер, мы сегодня оставили след в истории. Простите, не хочу задавать много вопросов, но где золото? Придется подождать пару дней до отмашки. Потом она отправится на переплавку. Где? Где? Вот именно. В этом вся соль. Если даже кого-нибудь повяжут, то где доказательства? Или если у кого появится левая мысль, он все равно ничего не сможет сделать. То есть можно расслабиться. Поскольку наше что-то там покажет свое истинное лицо лишь через пару дней. Серьезно? Сейчас? Да. Сейчас, детка. Слушай, почему бы тебе не расслабиться хоть на минуту? Ты же сидишь на огромной куче бабла, дело сделано. Да ладно. Впрочем, как скажешь. Да, самое время. Это он виноват. Он, пошел ты, иди мне нахер. Эй. Я думал, вы мастера большого грабежа, но сейчас я вижу перед собой двух типичных нытиков с западного побережья. Чем тебе не нравится наше побережье? Да ничем. О, на самом деле оно мне по душе. У местной публики что-то там скажешь, им слово длиннее трех букв, сойдешь за профессора. А ты не смей разговаривать с этим идиотом сквозь губу. Эй, не трогай Лестера. Вы с Лестером вместе? Ой, теперь я с вами все ясно. Мать твою, чувак. Вы все тут умом поехали, пойду проветрюсь. Теперь с вами все понятно. Франклин, прости. Не уходи, давай выпьем пиво или чего-то там еще. Ограбление состоялось, огромный куш. Это ништяк. Это ништяк. Окей. Так, надо сейчас найти парковочку.
какую-нибудь. Где-нибудь остановиться. Ну, вот здесь, наверное. Вот так. Остановимся. Итак, дело сделано. Осталось только теперь узнать развязку. Вот они уже так поздорили. Причем теперь уже все друг на друга, короче, начали, короче, наезжать. Вот. Ну, Тревор, блин, Тревор уже становится каким-то, не знаю, параноиком, что ли. Вот. Ладно. Развязку, я надеюсь, мы увидим в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.